Ярослава Подлесных-Дениса Богдана. Первый темп. Иван Яковлев. 5-5. И посмотрел сейчас. Теряется вот этот запал у белорусов. Ну, либо «Зенит» прибавляет, вот как в данном случае. Вот что ты будешь делать, вроде все верно делал строитель. Откуда не возьмись, появился Иван Яковлев. Ну, здесь не угодишь тренером. И Яковлев первым темпом сравнивает счет. Есть прием. Первый темп Яковлева заблокирован. Ковалев успевает добежать и сделать передачу на Клюку. А там в защите Костадина. И заблокировал Яковлев Казаченкова. Но вот это победа опыта над молодостью, да? Костадинов. Нет, не получилось чудес. Какая передача Ковалева на Яковлева. Первый темп капитана. И еще один матчбол для «Зенита». 26-25. Ой, какой укороченный. Большим трудом. Вишневецкий. Мяч оставлял в игре, а здесь через. И Павел Панков на подаче. А это практически эйс от Павла Панкова. Но сложности в приеме он организовал. А это Иван Яковлев. Это Иван Яковлев, это капитан команды. Он же подает тут же. Рядом Кобзарь также был, но без его здесь услуг обойдутся. Зато Яковлев, высоченный Яковлев у сетки. Вот так под заднюю мяч вытаскивает новосибирцы. Будет ли завершение? Не будет. Блок Яковлева помогает. 16-9. Плюс 7. Это, конечно, гигантский разрыв по такой игре. Принимает Андерсон. Есть шанс и возможность у «Зенита» выйти вперед. Они ей пользуются. Андерсон принял. И как сейчас? Кривиченко ногами спасал, но все равно. Значит, далековато. Летел. Это Новосибирск. Кузбасс, два из Кемерово и Юкиор. Молодежка «Газпром Югры». Ой, браво! Абаев поднимает, какой мяч хороший ногой. Играет Константин, но все-таки первый темп Ивана Яковлева. 4-6. Давайте еще раз смотреть повтор. Это эпизод раньше, когда Яковлев сам себя страховал. Вот такие дела. Не получается завершение. Да, уже разваливается игра конкретно на части «Локомотива». И плюс 8. Такой перевес по счету в пользу «Зенита». Теперь атака Ивана Яковлева. Готов был к этой атаке Дмитрий Калинковский, но Иван Яковлев. Кирилл Урсов. О, браво! Иван Яковлев поймал пайп. Эту атаку. Патрушев, Станислав Владимирович Шевченко и Андрей Владимирович Горбенко промелькнули. Да, сегодня самые высокие гости, конечно же, на этом противостоянии. Напомню, Николай Платонович, председатель наблюдательного совета ВФВ. Перин, помощник, старался подбадривать партнеров во время тайм-аута. Думаю, что английский язык многие ребят знают. 9-6 пока. «Зенит» старается. Лукьяненко Иван на подаче. Клюка хорошо принимает, и Иван Яковлев демонстрирует нам свое мастерство, мастерство заслуженного мастера спорта. Урсов. И опять Яковлев, молодец. Плюс 6 у «Зенита». Надо брать тайм-аут, конечно. И не ждал, ждал, было видно, ждал, вовремя поднялся с нападающим. Хороший блок был. Ну а на подаче Мельников Мэтью Андерсон обеспечил доводку, а Иван Яковлев съем. 22-22. Власов. Нет, все-таки Гребенников сыграл на приеме. Первый темп Яковлева попадает. Иван, и это матчбол для «Зенита». 24-23. Получается это не часто.
Ну вот в этой партии так и произошло. Да, что ж такое? Что ж такое, не разобрались новосибирцы, кто именно будет вторую передачу отдавать. И как в плюс, так и в минус. Отличная подача. Власов. Пытается подавать. Вновь не дается, как следует перенять Локомотиву. И 24-22. Тру полетаю. Первый темп. Ну вот. Вот чего хотел Иван Яковлев. Давно он просил эту передачу. Несколько попыток сорвались. 12. Мэтью Андерсон в приеме. И атака Ивана Яковлева. Атака это результативная. Плей-офф. У него в этой стадии 112 очков. Он лучший бомбардир своей команды именно в серии игр на выезде. Паре Суперлиги, это я говорю по результату. 81 блок до этого матча был на счету Ивана Яковлева в 7 матчах. Послезавтра, да. Послезавтра, конечно. Да. Послезавтра Константин Абаев подает. Здесь еще умудряется мяч приподнять, но правда нет, все-таки это ваут. Не получается здесь справиться. Продолжает подавать Дмитрий Коленков. Вновь Франков на приеме. Яковлев! И здесь мурашка. Вот буквально на долю секунду ранее, если бы он начал падать. Юрий Бережко на подаче. И первый там работает у «Зенита». Иван Яковлев. Есть прием у Мэтью Андерсона. Первый темп. Ну вот, наконец-таки первый темп Ивана Яковлева. И видите, как рад этому событию Игорь Кобзарь. Жаркая пора этой встречи. 12-12. Константин Абаев прием в защиту, то есть на подаче. В приеме там уже отрабатывают гости. Хорошая подача. Достанут ли мяч новосибирцы? Да, достают. Вот так высоко приходится его отправлять. А затем уже без шансов. 10-6. Очень похоже, что за эту партию «Зенит» намерен зацепиться. Абаев. Вторая подача, Воронков вроде бы справился с приемом, но здесь доигранный эпизод. О, не ошибся, и вновь касание сетки. Завершит ли «Зенит»? Пока да, борьба не закончена. Восьмочку. Копилка у команды из Петербурга. Силовая. Воронков пробивает блок под страховкой. Не надо было трогать мяч там Абаеву. В итоге Амар Курбанов просто перекинул. И первый там работает у «Зенита». А у нас Питерцы выходят вперед. Есть прием. И пробивает Ивович питерский блок. 9-е очко сербского доигровщика «Динамо Эло». Очко «Динамо». Йовович подает. Скидывает за блок Яковлев. И вот теперь 6-5. Прекрасная подача Клюки. Семушев на приеме. И сам Жантон атакует. Егор Клюков в защите. Полетаев скидывает за блок. Там Соколов. Керменин. Ну вот то, чего не хватало. Пока что длинный, красивый розыгрыш. И вновь Керменин, но здесь даже сам Лаури побежал спасать этот мяч после своей же защиты. 13-11. Прекрасный розыгрыш. Наверное, самый красивый. И не увеличивается. Стало быть, съем на съем идут команды. Неудобная передача, плохая. Слушай, совсем откровенно говоря. Не было никаких вариантов у диагонального. Да? Достали мяч петербуржцы. Андерсон, блок. Продолжается розыгрыш. И еще раз Мэтью. И таки продавил, но продолжается игра. А затем блок. Тройной блок. И подозреваю, что именно капитан Иван Яковлев здесь был главным героем.